Всем доброго времени суток, с вами Анми, и мы с вами продолжаем играть в обесчещенный. В прошлой части мы очень здорово провернули дельце с братьями Пендлтон, и теперь нам надо вернуться в Пёсью Яму и заодно посмотреть, как там добралась наша новая императрица. Дочка убиенной императрицы. Что за гости? Ого, мне интересно, а вот наверх туда можно забраться как-то? А если можно, то для чего? Самое интересное. Здесь... Да вроде бы там даже ничего и нет. Здесь, по идее, никого быть не должно. Мы с вами, когда шли на это задание, здесь всех поусыпляли, поэтому проблем быть не может. А вот и Эмили. Сейчас добегаем. И отправляемся в Пёсью Яму. Корво, ты должен был работать чудеса там, в городе, сегодня. Я не верю моим старым глазам. Почему ты не веришь глазам? Все в порядке, старик, поехали. Итак, 5 из 5 рун мы нашли, костяных амулетов 4 из 5, святилищ чужого не было здесь, мы не нашли. Картин Соколова все 3 нашли. Неплохо, неплохо. А вот с монетками в 2 раза меньше, чем было на этом уровне. Но зато мы не убили ни одного врага. Жителей, естественно, нет. Сигналов тревоги 0, найдено ваших жертв. Жертв каких, интересно? Хаос в мире низкий, нет убитых, галочка. Это наша первая практически идеально выполненная миссия. Ну что ж, неплохо. Теперь Эмили никто не угрожает. Она оказалась под опекой лоялистов. У вас есть время на то, чтобы устранить последних сторонников лорда-регента. So you did the business, did you, Corvo? I'm not one to speak against my betters, mind you, but if anybody ever deserved their fate, it was those Pendletons. What business are you talking about? Oh, I, grown-up business, girl. I mean, your ladyship. Forgive me. It's okay. I heard a lot of grown-up business at the Golden Cat. Oh, I should concentrate on piloting this boat. Да-да-да, ты настолько не утопи тут. Ваша светлость. Young lady Emily, I'm Callista. I'll be caring for you and schooling you while you're with us. Pleased to meet you. As am I. Would you like to see your room in the tower? Can I see it? Yes, you may. You'll get to see it all. The entirety of the Hound Pits. Good. I think I'll like it here. I'll go with Callista, Corvo. I'll see you later. Да, конечно. Конечно, увидимся. Дорогая. You do not fail to impress. Armed with a blade, you've changed the course of the city forever. And with the Pendleton twins gone, our own Lord Pendleton will assume their votes in Parliament. In one night, you've done more than most men do in a lifetime. I need to speak to you soon. But for now, Lord Pendleton requests your attention. Найти лорда Пендлтона. Вы вырвали леди Эмили из лап лорда Регента и избавились от братьев Пендлтон. Да, и мы их не убили, кстати говоря. Давайте посмотрим, нет ли здесь чего-нибудь полезного для нас. Денежки есть. И все вроде бы. Лорд Пендлтон там нас ждет. Наверное, я не так стал заходить, не с той стороны, да? А нет, все нормально. Мы как раз к нему и выходим. Corvo,
The Loyalist Conspiracy thanks you for your work. I don't know if I can. My own brothers. А что с твоими братьями? Они живы. It made much more sense that the Royal Spymaster, now the Lord Regent, was behind it, aided by some of his key allies. We spent a lot of money and exposed ourselves to great risk in getting you out of prison. But we did it because we believe that you're the one that can make the difference. Oh, and Havelock's looking for you. Я с Хэвлоком только что говорил, по-моему, он сказал, что ты меня ищешь. С братьями с твоими должен сказать, что... как бы так выразиться. Поступили мягко, они живы, здоровы, но не сказать, что очень довольны своей жизнью дальнейшей будут. Ну да ладно, пойдемте дальше. А это кто? Олес? Я что-то не припомню, чтобы мы с ним общались до этого. All right, my friend. Martin's devised our next move. There's a footnote in Campbell's journal that tells us the Lord Regent's mistress sat for a portrait with Sokolov, the painter and royal physician. He'll be able to give us her name. Sokolov lives on Caldwin's Bridge about half the time, out over the river. The catch is that I'm afraid you've got to head out right away while Sokolov is at his apartment on the bridge. Samuel can get you close to the bridge, but you'll have to find Sokolov. Bring him back here intact, and it'll enable us to make our next move. I can't believe what you've done so far. Escaping from Coldridge, taking down the High Overseer, recovering Emily. You make this old military man proud. That's it then. Я и сам собой горжусь. Ой, ну что же, отправляемся, видимо, дальше. Прямо так, без передыха. У нас наверху много всяких штучек. Я думал, это плакальщик. Давайте соберем все, что сможем. Зайдем, кстати, сейчас... А это что такое? Ну, неплохо. Зайдем, кстати, сейчас еще... Купим усыпляющих болтов для арбалета. И потом двинемся дальше. Я, к сожалению, не помню, сколько мы их уже потратили, поэтому... Но лишними они однозначно не будут. У нас должен быть постоянно полный запас, для того, чтобы не оглядываться назад. 20 монет еще. Ну все, я думаю, достаточно. Давайте побежим уже на следующее задание. Только обязательно купим болты. Дротики, да, дротики. Это не важно. Как их называть? Смысл в том, что они усыпляют. Давай, давай, быстрее. Да, и стоят они недорого, 30-ку всего, учитывая то, что у нас уже 2000. Потратили мы, кстати, в прошлый раз много. Но... Меткий арбалет. Так, что мы уже покупали? Для пистолета мы точно не будем. Скрещенные клинки не хочется. Вот, кстати, можно попробовать масочку, потому что мы сейчас с вами действуем аккуратно, и нам бы это могло пригодиться. Так, болты. Болты, вот это бесполезная, оказывается, штука. Дали бы нам запас для усыпляющих дротиков. Дальнобойный арбалет. Быстрая перезарядка, возможность автоматической перезарядки. Да, мы вот это возьмем, так как мы пользуемся арбалетом. Ну, по-моему, с точностью у нас пока не было проблем, поэтому даже не знаю, что еще взять. А здесь есть что-то? Монтажные инструменты. И здесь пока нет ничего интересного. Давайте тогда... Давайте попробуем масочку. Еще себе взять. Я не знаю, для чего она, но вполне возможно запас костяных амулетов. Вот, кстати, вот это возьмем. Еще денежки у нас на что есть. Еще раз вот это возьмем. И у нас остается 600 монет.
Остается 600 монет. Мы возьмем на них... Давайте возьмем вот это. Ну, неплохо мы прокачались. По-моему, неплохо прокачались. И давайте посмотрим, что у нас с теперь с амулетами. Поставим себе действительно нужные. Запах крысы. Крысы нападают только, когда вы совсем близко. Это хорошо. Зелень немного лучше восстанавливает ману. Зелень немного лучше восстанавливает здоровье. Отлично. Вы можете вселиться в крысу на более длительное время. У нас это просто чисто физически не получится, потому что мы не умеем вселяться в них. И у нас, кстати, две руны. Вот мне интересно еще смертельная тень. Противник, который вас не заметили после, после смерти. Нет, нам это не интересно. Вот мне бы было интересно еще прокачать изгиб времени, но он, как вы видите, для него нужно 8 рун, у нас всего 2. Поэтому пока, ладно, мы сегодня не лезем. Давайте закончим с амулетами, а то вылазите быстрее. Давайте пока поставим незатухающую ярость. Такого у нас нет. Режим скрытия. Вы передвигаетесь чуть быстрее. Мы вот это еще ставим. Было бы вот это еще неплохо, да? Но у нас уже 5, по-моему. Да. А, нет, подождите. У нас можно 6. Все. Отлично. По-моему, неплохой набор. Смотрите, крысы на нас будут нападать только когда мы подходим совсем в упор. Зелье немного лучше восстанавливает ману. Выносливость немного лучше восстанавливает запас здоровья. Акробат. Лазим мы чуть быстрее. Тень. В режиме скрытности вы передвигаетесь чуть быстрее. И расплывчатая тень. Враги иногда промахиваются, стреляя из пистолета. Если они будут стрелять по нам, то у нас появится... шанс не получить повреждений. Тем образом у нас восстановилось и запас здоровья, и запас маны. Не знаю, с чем это было связано. Как-то этот момент упустил. Но это очень-очень даже неплохо. Итак, мы опять идем к Сэмюэлю. Поехали, конечно. Зачем нам спать? Одеваем свою масочку. Сейчас мы ее, кстати, испытаем. Мы же купили небольшое улучшение, чтобы приближать немножко. Не знаю, для чего это, но я думаю, пригодится. Хорошо. He's smart. Maybe even smarter than Piero. Got the whole Dunwall under his thumb with all that natural philosophy business. New technology, potions and the like. Seems dangerous to me. But what do I know? Here we are. Конечно же, я буду осторожен. Так, вам поручили похитить Антона Соколова, королевского лекаря, главу Академии натурфилософии. Ваши новые союзники хотят выпытать у Соколова имя таинственной любовницы лорда-регента, одной из наиболее влиятельных его сторонниц. Соколов живет в большой квартире где-то на вершине моста Колдуина. Что же, давайте... Assuming, of course, you've taken care of those floodlights. Хорошо, хорошо. Кстати, а давайте масочку испытаем. Смотрите, как мы можем прибавлять теперь еще, да? Чтобы осматриваться нам было немного удобнее. Как же нам туда пойти-то? Давайте сначала осмотримся, куда мы вообще можем пойти. Так, во-вторых, у нас здесь неплохо было бы получить вон ту руну. Здесь мы можем, кстати, по цепи забраться, да? Чтобы особо не шуметь, встревожить охранников. Опа! Вот это да!
Вот так неудача. Как так получилось? Зрение выключу на время. Почему я с цепи не смог спрыгнуть, я не пойму. The curfew is now active. No foot traffic is allowed across Caldwin's Bridge until curfew is lifted. Attention all citizens. No pedestrian movement is allowed along Caldwin's Bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Что-то у вас там, ребят, многовато, я должен сказать. Я не вижу пока пути вас обойти. А хотя... Хотя уже, наверное, вижу. Так, почему я... Так, обходим их. Нам они не нужны. Так, а где у нас еще амулетик? Амулетик дальше пока, да? Ой-ой-ой-ой-ой, аккуратненько надо, аккуратненько. Выше нам уже некуда, да? Вот этот охранник как бы нас сейчас не заметил. Ну, уходи. Отлично, уходит. Так, здесь мы с вами обошли их только для чего? Теперь понять бы, для чего мы их обошли. Ой-ой-ой-ой, куда нам? Здесь вода, вода, вода. Ой, видимо, куда-то я не сюда пришел. Ну что ж, будем пробовать. Тогда вот этого усыпить, а потом будем уже думать, что делать дальше. Ага, вот, кстати, была труба. Как же я ее не заметил сразу. Тихо, 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 не шуми. Я тебя сейчас аккуратненько уложу спать. Восстановим сейчас немножко. А вот и дверь, кстати. А вот и дверь. Потихонечку движемся дальше. Так, тут охрана. Тут крыски. Собираем все по-быстренькому. И надо отсюда уходить. Как-то мне здесь... неспокойно. Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько. Но пока здесь никого, насколько я понимаю. Поэтому собираем. Собираем все, что можем, и уходим. Так. Так. Так, так, так. Как нам туда-то попасть? Ой, тут разбили одну, смотрите. Надо аккуратненько. Главное, нам больше ничего не разбивать. Потихонечку, потихонечку двигаемся дальше. Пока очень даже неплохо получается. Мы никого не убиваем. Одного придушили, хотя... просто я сразу не заметил проход. Можно было его и не душить. Так, а где у нас до этого я смотрел руны? Ага, руна напротив у нас.
Сейчас мы туда и проберемся. Тихо, 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 тихо. Аккуратненько. Есть, мы забрались. Добрались. Заблокировано с другой стороны. Очень интересно. Ну что же. Значит, будем каким-то образом туда пробираться. Туалет. Мальчики, опускайте за собой душки. Так, здесь что у нас? Да, вот сейчас мы туда, наверное, и проберемся, только аккуратненько. Он не свалится. Как-то здесь тупик, по-моему. Или нет? А, нет, лесенка есть. Ой-ой-ой-ой-ой. Да не может быть. Так, 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 уходим, уходим. Достанем. Куда же тут? Как же ты меня заметил-то, зараза? Ладно, фиг с ним. Заметил, заметил, убежим. Главное не убивать никого. Продолжаем в том же духе аккуратненько проходить. Кого здесь нет у нас? Отлично. Еще получили еще одну руну. Здесь всего их будет 5, как мы видим. Так, открываем здесь дверь. А здесь все-таки надо, мне кажется, успокоить вот этих ребят. Иначе это может для нас печально закончиться. А они все убежали куда-то, вы посмотрите. Вот это нехорошо. Вот это нехорошо. Как бы не оказалось, что они нас сейчас там будут встречать. Ну, давайте тогда действовать еще более аккуратно. Хотя куда уж более аккуратно, чем мы действуем мы. Так, один там. Как нам все это обойти дело? А нам придется все-таки как-то туда, видимо, идти. Но сюда они не залезут, да? Поэтому привлекать их внимание по одному выманивать, наверное, не получится. Но мы попробуем, попробуем. Куда, интересно, с моста убежали вот эти два охранника? Спать. Тихо. Attention all citizens. No pedestrian movement is allowed along Caldwin's Bridge during this period. Curfew will end tomorrow morning at sunrise. Тихо, тихо, тихо. I know you're somewhere around here. Давай, давай, ты последний. Очень много. Очень много я на вас, конечно, потратил усыпляющих дротиков, но что-то я что-то запаниковал. Простите уж меня. Запаниковал. Слишком вас тут много, ребят. Уж простите, я вас никуда и не понесу, наверное, так здесь и оставлю. Хотя, можно вас свалить в какую-нибудь одну кучу большую. Так. Наверное, можно было как-то по-другому это все сделать. Это естественно, что это можно было сделать по-другому. Игра здесь как раз и радует своими возможностями. Прожектора. Это не телепрожектора, которые нам надо отключить. Давайте, давайте. Так, а посмотрим, что можно было сделать отсюда. Тихо. Что за звук? Что это был за звук? Как будто меня кто-то заметил. Вниз тоже есть дорожка. Как ни странно. Да нет, это, видимо, не тот прожектор.
видимо, не тот, потому что, видите, показывает дальше. Но другой дороги я, честно говоря, и не вижу, поэтому... Хотя вот еще. Там ребята у нас все спят. Боюсь, как бы, когда мы пойдем обратно, они не проснулись. Нам надо как-то обойти все это дело. Ага, вот эти охранники. Аккуратно. Сколько у нас болтов осталось? 3 болта, да? Это плохо. Идет сюда. Еще у нас же есть с вами вот такая способность, да? Ай-яй-яй, почему? Ух ты, ёлки-палки! Ух ты, ёлки-палки! Тихо-тихо-тихо! Так. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо, ребятки. Вот это я сглупил. Я просто нажал на ту кнопочку, но ничего. Сейчас мы исправимся. Сейчас мы поправимся. Так я все хорошо шло, и совсем я расслабился. Не вовремя. Все это я сделал, конечно. Да, найдешь только уже не скоро. Давайте. Еще пока злятся. Тихо, ребятки. Сейчас я вас успокою, подождите. Не хочу я вас убивать, вот он ты, родненький. Ну давай. Промахнулся еще один раз. Ёлки-палки, да что у меня как-то... Прям беда какая-то. Как у меня паника началась на предыдущих, так здесь я... Черти чего у меня получается. Но ничего, сейчас я соберусь, возьму себя в руки, и у нас все с вами получится. Ничего страшного, в принципе, не произошло. Поэтому опасаться нам пока здесь некого. Это кто? Плакальщик, что ли? Кто залезть? Какой-то другой здесь путь есть? Я не вижу, честно говоря. Главное вот здесь быть аккуратным, чтобы он нас не заметил. Мне совсем не хочется здесь потерять еще здоровье. А он идет сюда? Нет, пожалуйста, отвернись, иди в другую сторону. Проведи свои последние дни лучше во сне. Так, здесь что-нибудь у нас вообще есть? Зачем я сюда пришел-то? Какой-нибудь проход. Костяной амулет, неплохо.
Еще что-то, денежки какие-то, здоровье пополнили, отлично. Ну и все? Прохода здесь нет никуда? Нет, к сожалению, нет. Здесь, видимо, тупик. Поэтому уходим отсюда просто. Обратно, видимо, возвращаемся. Давайте ускоримся. Ну, пока главное, все спят, никого мы не убили. Опять же, приятно, хотя и потратили очень много усыпляющих болтов. Но зато мы не наводим хаос в этом мире. И все пока у нас неплохо проходит. Так, а что мы за амулет, кстати, взяли? Давайте быстренько глянем. Что это был за амулет? Неотухающий званый гость. Вы можете вселиться в крысу. Так, не, по-моему, это у нас же было. Вихрь. Вы чуть быстрее орудуете клинком. Да, но это не Так, куда-то мы убежали. Так, и там тоже много всего. Ух ты, это прям где-то здесь. Это прямо где-то здесь. Мы должны это просто забрать. И сейф какой-то. Ух ты. Вот это здорово. А он... Так, там уже кто-то или мертвый, или сонный. Кто-то тут рыскает, посмотрите. Остров Морли. Кому интересно, читаем на паузе. Потому что я не видел, чтобы мне писали, чтобы я читал. Видимо, это не так интересно. Подсказка Пратчета. Помни, что истина скрыта в картинах. Путь к истине начинается на лодочных улицах. Так, надо запоминать. Лодочная улица, да? Потом, что у нас? Китобойное судно на якоре и бойня, да? Бойня. Осталось понять, что это все это означает. Так, а вот я судно вижу на якоре. Ну это сейчас мы быстренько здесь все осмотрим. Чтобы потом у нас сюрпризов не было. Чтобы в спину нам кто-нибудь спрыгнул, еще что-нибудь в этом роде. И потом уже. Охранник. Куда ж ты идешь-то, родимый? Остановись. Комнату. Быстренько. Отлично. Провернули неплохо. А это Пратчета есть, ключ Пратчета. Ну, неплохо. Так, теперь давайте осматриваем. Так, ну, здесь мы судно нашли. Нам надо найти людную улицу. Людная улица. Так, это тоже не то. Людная улица. Где ты? Картина «Людная улица». И воруем все вокруг. Еще
Еще 100 монеточек. Неплохо. На халяву. Юный принц из Тивии. Читаем, кому интересно. Так, ладно, давайте картины искать. Людная улица. Людная улица. Это не людная улица, видимо. Да и это не очень людная. Три. А что это может быть? Это может быть китобойня. Да. Циферка 3, запоминаем. Дальше идем. Еще ниже, может быть. У нас могут быть картины еще ниже. Сейчас посмотрим, нет ли здесь кого-нибудь. Нет здесь никого, поэтому, ух ты. Смотрите, медальон какой-то. Так. Людные улицы. Людные улицы, где же вы? Сейчас мы их найдем. Обязательно. Вот они, людные улицы. Ищем циферку. 4, смотрите, огромными. Огромными буквами. И все, и последнюю мы с вами видели. Последнюю циферку мы с вами видели на самом верху. Поднимаемся. Теперь уже нам бояться здесь нечего. По-моему, всех усыпили. Так, еще выше, по-моему, да? Или нет? Что-то я уже запутался. Да, еще на этаж выше. Еще на этаж выше поднимаемся. И здесь ищем циферку. Видимо, здесь судно. Я не вижу, честно говоря. 7, 7, 7, 4, 7, 3 у нас получается. Вот такая вот картина. Так, а двери надо закрыть на всякий случай. То вдруг кто подглядывать будет. 4, 4, 7, 7, 3. И очередная руна. Здорово. Но время у нас подошло, к сожалению, к концу. Спасибо всем, кто меня смотрел. С вами был Анми. И мы обязательно продолжим похождение обещанным в следующих сериях. Всем до новых серий. Пока-пока.